Скажите, пожалуйста, Михаил, что в Донбассе происходит? Украинский министр обороны Андрей Таран считает, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения вооруженных сил Украины в нападении на мирное население. По данным украинского министра, Россия на неподконтрольных Киеву территориях выдала уже более 400 тысяч российских паспортов. Таран сказал, что впервые с момента распада Советского Союза у границ Украины зафиксировали развертывание передовых командных пунктов и разветвленных систем управления российскими войсками. Как вы понимаете ситуацию там? Насколько я понимаю, на Донбассе вообще ничего не происходит в данный момент, помимо пропагандистских игр вокруг Донбасса. Это мне чуть-чуть напоминает, не чуть-чуть, а сильно, то, что происходило вокруг так называемой Южной Осетии, когда все мое правительство было в отпуску, когда я сам был семьей в отпуску, в санатории лечился. А на российских каналах, а у меня санаторий как раз ловило там два российских канала, я видел, что там у нас стреляют, там у нас там массово людей эвакуируют, там практически война начинается. Я звоню туда, говорю, что происходит? Ничего не происходит. Но там уже было 50 российских, как впоследствии обнаружили, военных корреспондентов, и они создавали ситуацию, что вот что-то очень сильное происходит. Ну вот приблизительно такое, что на Донбассе сейчас. Подождите, то есть вы хотите сказать, что это такой хвост виляет собакой? То есть это информационная война, и на самом деле никаких серьезных полномасштабных действий вы не ждете, люди не будут гибнуть, и пушки не будут стрелять. Гибнут сейчас, каждый день практически у них по счет, по-моему, план выполняют руководимые российскими офицерами местные так называемые формирования. Они каждый день убивают по одному, по два, три, четыре украинских солдата. Это очень много для любой страны. И это, конечно, очень сильно истощает. И, то есть, ну, это реально происходит при опускании Украины. А это происходит однозначно. Что будет, я скажу, я думаю, что все очень просто. Я, во-первых, не считаю, что Путин до конца знает, какой окончательный результат вот его. Ему надо как уличному пацану, как пахану поставить положение. Байден пришла новая администрация, администрация Байдена. Байден его обозвал убийцей. Значит, потом, как только пришла новая администрация, в Украине стали обижать его кума Медведчука, которого никто не смел до этого трогать, а Порошенко даже с ним делал вместе бизнес. А вдруг начали на Медведчука наезжать, забрали каналы, куда Путин вложил своих родных, кровных, украденных $1,5 миллиарда. И настолько денег выделили Медведчуку из Москвы, чтобы закупить все украинское медиапространство. Он был на пути просто. Он купил 3 информационных канала, их раскрутил. Он практически концепт перекупил, уже чуть не купил весь медиахолдинг Пинчука, это, чтобы вы понимали, вторая кнопка Украины. И в конце Пинчука вызвали в американское посольство тут и сказали, что вообще не дергаться, и он передумал это продавать. То есть американцы с точки зрения Путина расстраивали его планы. Он уверен, что американцы дали задание Зеленского, как это выглядит со стороны Путина, наехать на Медведчука. И поэтому он должен им ответить. Серого пацан должен поставить положение в своем дворе. Но как ответить? То есть он наращивает войска, и, как всегда, он считает, что американцы моргнут первыми, американцы испугаются первыми, американцы пойдут на попятую. А если этого не будет, то я не уверен, что до конца он понимает, куда он движется. Конечно, в его мозгах ему надо захватить и проход на Крым, и весь юг Украины, выйти на границу Румынии с Евросоюзом, зайти с тыла на Молдову, Приднестровье, Гагаузию, решить все эти задачи. Но это в идеальном для Путина мире. Но он прекрасно понимает, что так просто не получится. А Михаил Саакашвили у нас в эфире. Украинская армия, как вам кажется, готова вообще отразить нападение и вторжение, если оно случится? И что, если вы думаете, что, конечно, что в Украине там день и ночь кто-то думает про войну, готовится к ней, но это неправда, я вам совру, это неправда. Украина живет своей жизнью, она не живет никакой военной истерики, она вообще, обычный средний украинец мало думает про войну. В демократической стране Украина хаотичная, коррумпирована, но полностью демократия все-таки. У людей есть другие заботы, ежедневное пропитание, забота о себе. У них нет никаких имперских амбиций.
никакая война не занимает даже часть их мыслей. Это так. Но я хочу сказать, что, конечно, Украина будет... Конечно, это не ситуация, которая была в 2014 году, когда министром обороны России, два министра подряд были граждане России, когда СБУ руководил прямой представитель ФСБ России, когда украинская армия была полностью деморализована, ее практически не существовало, она существовала только на бумаге. Да, украинцы гораздо более подготовлены. Не дай бог будет крупномасштабные боевые действия, то они будут, не только армия будет воевать, но все население будет воевать. Украинцы умеют мобилизовываться в такой момент. В 2014 году они это показали. Но это самый худший сценарий. Мне бы очень не хотелось. Я ненавижу лично войну. Я считаю, что она ничего хорошего ни одному народу, который не участвует, не принесет. Вас спрашивают наши пользователи, поддерживаете ли вы сейчас применение силы, как в Осетии в 2008 году? Вот на месте Зеленского вы бы поддерживали применение силы против Донбасса? Во-первых, в так называемой Южной Осетии никто не применял силу. Нас просто вынудили после того, как российские танки пересекли нашу границу, защищаться. Потому что они шли на Тбилиси с первого дня, и они так и не дошли. Потому что благодаря нашему сопротивлению, благодаря тому, что мировая общественность в конце концов поздно, но проснулась, этого не произошло. Конечно, Владимир Зеленский даже близко не думает о том, что применять какие-то вооруженные силы, где-то и ввести какое-то наступление. Ни у кого в голове такого в Украине вообще близко нет. И это вообще не разговор, это не тема разговора. Тут вопрос о том, что да, действительно, если Россия захочет, Путин захочет пробиться окно на Крым, если Путин захочет взять обратно Одессу, как он считает, обратно, потому что он считает, что это такая же часть Российской империи, как и имперского проекта, как и Севастополь, то вся Украина встанет. Я лично, я будучи одесситом, буду защищать лично вот Одессу до конца, и очень много моих друзей в Одессе точно так же настроены. Мы не отдаем ни для того. Подождите, вы возьмете автомат, будете с автоматом защищать Украину против... Русских? Или против ДНР? Вы будете стрелять в украинцев? Нет, извините. Во-первых, речь идет о самозащите Украины. Каждый из нас найдет свой метод, как защитить страну, государство Украина, как защитить свой дом. Еще раз говорю, свой дом. Если Путин будет мой дом, а мой дом в Одессе сейчас, если он придет в мой дом, то куда его точно не звал, конечно, мы найдем методы, как защититься. Но при этом мы думаем о экономических изменениях, реформах, об этом. Я, например, работаю, будучи главой исполкома Совета реформ. Мы только что провели реформу Барикова очень удачно. Мы придумали про реформу и разрабатывали почти уже реформу, например, украинской таможни, трудовой кодекс, здравоохранение, реформу образования. Я об этих вещах думаю, а не о том, как схватить за оружие и кого-то стрелять. Это вообще самый кошмарный сценарий. Мы думаем, но вы сами это сказали просто сейчас. За что зацепился мой коллега? Нет, когда нам придут дома, когда нам зайдут дома и скажут, что привет, это уже наш дом, тогда уже каждый человек принимает для себя решение, каждая страна принимает для себя решение. А я прошу прощения, а все-таки, чтобы как это договориться о терминах, то, что происходит сейчас на Украине, это называется гражданской войной? Нет, нет никакой гражданской войны. Есть агрессия, внешняя агрессия. Что во Франции во время вторжения немецко-фашистских захватчиков, что была гражданская война, был режим Виши, да, он был каким-то марионеточным режимом, ставленником Гитлера, но точно это не называлось, что во Франции вдруг французы восстали против французов. Просто зашел Гитлер и посадил своих марионетов. Марионеты воевали против остальной части. А какой роль? Ну, просто хотя бы, чтобы... Я поняла этот, значит, параллель с французским режимом, я поняла. А что касается, какую вы роль отводите тем людям, которые живут в ДНР и ЛНР сейчас? Не русские наемники, которые там то ли есть, то ли нет. Не военнослужащие, не марионеточное правительство. А люди, которые живут сейчас на территории Донецкой, Луганской, непризнанных Украиной республик. Они украинцы, с вашей точки зрения?
Конечно, они украинцы, это люди, жертвы ситуации. У меня очень много друзей, сотрудников, знакомых, у которых родители там живут, у которых там много членов семьи там осталось. Это вообще трагедия, потому что Путин не разрешает. Вот есть огромное количество моих донецких друзей, которые не могут приехать к себе домой. Которые просто видят свой дом только там по скайпу, когда им кто-то включает, у которых значительной части просто тупо забрали имущество, которые не могут приехать на могилы своих родственников, родителей. То есть, ну, это трагическая ситуация. И что, с обоих сторон люди жертвы этой ситуации, естественно. Ну, поэтому я вас спросила по поводу гражданской войны, чтобы просто определиться в терминах. Это часть Украины, Да, хватило, так же, как же Гитлер, Киев во время Второй мировой войны. Что мне сказать, что между Киевом и Москвой тогда в Советском Союзе была гражданская война? Конечно, нет. Обычный захватчик зашел, посадил своих марионетов, там, гауляйтеров, там, коллаборационистов, они там всех неугодных чморят, остальных кого-то убивают, кого-то там... Вот и все. Mm-hmm. Михаил Саакашвили в эфире «Эхо Москвы». А как вам видится из Киева процедура и процесс интеграции Донбасса, вот, оккупированных территорий, обратно в такое вот цивилизованное украинское пространство? Война, военные действия, переговоры? Я думаю, что, во-первых, Украина должна просто развиваться очень быстро. Сейчас никакой быстрой интеграции, сейчас, сегодня речи не идет, потому что просто мы тогда сталкиваемся именно со сценарием, который хочет навязать Кремль. Мы должны сейчас понять, что между нами реально Кремль выстроил железный занавес, берлинскую стену, и надо развивать так же, как Западная Германия развивалась параллельно с Восточной Германией. Это означает, что Украина должна бороться с коррупцией. Украине 37 миллиардов долларов, то есть это равно доходной части украинского бюджета, крадется каждый год. Это означает, что мы должны справиться с этими крадежами. Это мы должны провести все реформы, чтобы украинская бюрократия перестала быть врагом собственного народа и собственных граждан. И над этим мы работаем. Мы должны провести то, что президент Зеленский уже начал это наступление на специальные интересы. Это не только Медведчук, но там вопросы, связанные с большими контрабандными группировками и с другими олигархическими, финансовыми и так далее интересами. Особенно интересами коррумпированной бюрократии. Это все надо, конечно, провести в жизнь. И ждать момента, когда народ России наконец-то... решит, что как все ему хватит, надо жить в демократической стране, а демократическая страна не может быть захватчиком других территорий. И тогда по определению сама Россия, когда произойдут изменения, очень быстро уйдет с оккупированных территорий, как и в Абхазии, как и в Цхинвальском регионе, как и в Крыму, как и на Донбассе. Я в этом уверен, как и в Приднестровье. А что будет с украинскими гражданами? Что будет с судьбой? То есть вы предполагаете широкую автономию для донбасских вот регионов, которая была в той или иной степени прописана Я ничего не предполагаю. Я считаю, что Минские соглашения априори мертвы. Это соглашение, навязанное под дулом автомата в свое время, когда Западу было начихать, а Украина была очень-очень слаба. И тогда Порошенко пошел на... еще раз говорю, подумал о том, это поздно, первый раз после Иловайска, второй раз после уже Дебальцевой, каждый раз после... Это точно такая же ситуация, как в 90-х годах. Шеварднадзе после каждого поражения в Абхазии, сначала в Гаграх, это на границе с Россией, а потом уже Сухуми шел на соглашение с тогдашней Россией. Точно так же это старый сценарий. Тебя вынуждают, сначала ты терпишь военное поражение, а потом тебя вынуждают подписывать такие соглашения. Сейчас ситуация другая. Это не администрация Обамы. Обама тогда провел линию. Обама тогда сказал, что они только будут защищать страны НАТО, не будут воевать за Украину. И как раз это было то время, когда Украина была вынуждена заключить Минские соглашения. Байден этого никогда не скажет, потому что не надо забывать. Байден хоть был вице-президентом у Обамы, но с Обамой он познакомился очень за короткий срок, да, своего вице-президентства, а до этого его лучшим другом в течение десятилетий был Джон Маккейн, главный знаток нашего региона и, можно сказать, главный язык в Вашингтоне. Поэтому Байден — это вам не Обама. Да, Путин
учитывая, что Байден просто говорит, и он не будет способен на резкие действия, но пока что я чувствую, что даже если Вашингтон до конца политика не определилась, Вашингтон будет гораздо более активно поддерживать Украину, чем это было в 2014 году. Это раз. Если будет необходимость в этом, еще раз, не дай бог, мы не хотелось Украину видеть в этом арсенале. Но если будет полномасштабная военная агрессия, Вашингтон выставит блок западных стран, и Украина гораздо более готова. Но еще раз повторяю, все мы должны сделать, чтобы предотвратить этот сценарий, все, кроме односторонних уступок и капитуляции, чего очень хотели бы, чтобы поставить положение. Михаил Саакашвили у нас в эфире. Вы, мне кажется, хорошо представляете психологию Путина, вы наблюдаете за ним довольно давно. Как вам кажется, какие инструменты давления на Владимира Путина влияют наилучшим образом? Вот, например, санкции, которые Запад вводит на протяжении 7 уже лет. Это то, что работает? Нет, санкции нет. Путин понимает только язык один. Если американцы скажут, что они будут участвовать в военном ответе. Все остальные вещи, что он там будет платить цену, что он там будет последствия, это для него как музыка для его ушей. Это для него ничего не значит. Отключат ему свифт, а что ему отключить? Он чемодан будет возить свои деньги, а российским гражданам отключат. Там не будут поставлять каких-то лобстеров минских, ну что, он так завезет. Я помню во время одной из наших 40 встреч, сразу после эмбарго на грузинское вино, которое он вел, значит, в его резиденции в Петербурге, нашим журналистам активно предлагали контрабандное грузинское вино, и он на своем день рождения сам себе заказывал грузинское вино вместе с Лавровым, с Ивановым, другими, там, с этого ресторана, где назвали Москвой. Поэтому и для него это не проблема. Проблема для него будет, когда скажут, что будет на его кулак силиконом и ответят железным кулаком Вашингтона. Он считает, что этого не будет. Он считает, что его политика была очень проста. Считаю, что в нашем регионе у Америки нет стольких такого стейка, как бы сказать по-английски, чтобы такой ставки, чтобы если Путин будет повышать ставки, в какой-то момент просто Вашингтон выйдет из игры, чтобы моргнет первым. Он какие жесткие действия, и вот тут в этом он может ошибиться. Я еще раз повторяю, я думаю, что он даже до конца не понимает, куда он сейчас идет. Он хочет повышать ставки, он хочет зачманить Вашингтон, он хочет поставить положение, это так. Он хочет с самого начала Байдена поставить на место, и при этом он не представляет, а если Байден не встанет на место, тогда что Москва будет делать? Вот этот сценарий для него абсолютно кошмарный, учитывая также, что Украина сейчас гораздо более готова ко всем сценариям. А, Михаил, а скажите мне просто вот то, что называется, объясните, да, я не могу понять. Вот действительно сейчас вашей вот такой, как это, позиции, да, получается, что с одной стороны агрессивный Путин, который, значит, хочет захватить, поработить Украину, а с другой стороны хороший Вашингтон, который, значит, защитник всех демократических стран, если я вас правильно поняла. И какую цену готова Украина заплатить Америке за подобного рода защиту и протекцию? А какую цену мы платили? Когда в 2008 году администрация Буша объявила военно-гуманитарную операцию и остановила Москву на подступах к Тбилиси, что они после этого от нас что-то требовали? Да ничего они у нас не требовали. После этого они нам дали больше миллиарда долларов. Кстати, эта инициатива была для сенатора Байдена, который приезжал во время бомбежек в Тбилиси. И мы сидели на балконах, на балконе в отеле Коппола в центре, когда над нами низко пролетали российские бомбардировщики, и Байден не мог не запомнить их звука очень близкого, и там вообще не было гарантии, что 500-килограммовая бомба на его голову полулысую не опустится тогда. И это я вам свидетель. Вот мы ужинали вместе, просто очень низко пролетали страшно, эти российские. Нет? Не страшно, Михаил? Такое дело. К тому времени я уже привык за несколько дней, а для Байдена он не выглядел испуганно. Поэтому, ну, уже приехал, сделал свой выбор, поэтому это человек, который умеет брать на себя риски. Вот Америка дала по его, там, миллиард долларов. После этого Обама подписал соглашение, дал нам оружие, дал, открыл дискуссию по свободной торговле с Грузией, и они там дали так, что 150 миллионов долларов на американский университет. А других денег мы у них не брали, потому что денег у нас было самых достаточно, потому что у нас не было коррупции. Хотя у нас не было нефти и газа. Поэтому американцы
нас денег нам не давали, кроме вот сразу помощи после войны и вот это на американский университет. Но в целом они от нас, конечно, ничего не требовали. Более того, было несколько историй, когда, например, американцы от нас чего-то требовали, я им отказывал, и они точно истерику не устраивали. Они понимали. Приведите пример. У меня были свои аргументы. Например, принятие России в ВТО. Американцы договорились по нашим ножкам Буша. Это много лет шел спор. А у нас были проблемы. Они сказали, что мы договорились, ребята, подписывать. Осталась одна страна, которая не подписывала вход России в ВТО. Это была Грузия. Мы сказали, мы прекрасно понимаем ваши аргументы, но мы не можем. У нас маленькая проблема. Россия не признает наши границы. Ко мне приезжал замполитсекретаря Берс, который сейчас директор ЦРУ. Ко мне приезжала Хиллари. Мне звонил Обама. Пока Россия не пошла на уступки по всем нашим вопросам, мы не пошли. Москва вообще не поняла шутки. Я не думаю, что это американцы с ними играют. На самом деле, это была наша позиция, с которой американцы отнеслись с уважением. Вот разница между империей и не империей. Американцам это не понравилось, но они поняли, что мы делаем. Поэтому не надо. Америка не заходит в Россию, в украинские порты. Америка, я не говорю, что Америка идеальна, но Америка точно не представляет никакой угрозы для любой из наших стран. Кроме добра, она почти ничего плохого нам не сделала. Какие-то ошибки политики были допущены, но я это тоже не буду считать негативом. Спасибо огромное, Михаил Саакашвили, в нашем утреннем эфире. А у меня просьба большая, вы нас слышите? Не-не, подождите, можно, не уходите. Можно на минуту вас еще задержать. Про Грузию вопросы есть. Что происходит с председателем вашей партии там? С Ником Мелия. В Грузии на самом деле образовался режим, который очень знаком России, потому что штурмом брали офис главной оппозиционной партии, арестовали по обвинению нарушения общественного порядка за 3 года до этого или даже 2,5 года до этого на митинге его хотели арестовать через спустя 2,5 года, потому что мы не признали результаты украденных выборов, не признаем никогда, пока не будет новых честных выборов. И ситуация с Ником Мелия была такая, что он как был символом, главным лидером этой борьбы. В той ситуации, когда меня не пускают в страну, он на месте оставался главным лидером, и его надо было нейтрализовать. Вот штурмовали офис партии, схватили его, посадили в тюрьму. И так же, как огромное количество других людей или не могут приехать в страну, или находятся под уголовным следствием. Например, директор самого главного оппозиционного телеканала «Антавары», Никакварами, которого там 2 раза в неделю таскают в суд по обвинению в оборовании собственной телекомпании, хотя владельцы телекомпании кричат, что это лучший менеджер, который у них был за всю историю. Но вот у нас, вам как, если кажется, что Путин репрессивный, то Иван Ильич по сравнению с ним уже рекорды. Путин гораздо более гибкий и изобретательный в своей репрессии, хотя от этого, наверное, не легче России. Спасибо большое. Спасибо, очень интересно было. До свидания. Спасибо. Да, до свидания.